Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина трех цветов, щеточка, пудра, моделирующий инструмент, игла, скальпель, лезвие, скалка, катор в форме листа. Раскатываем полимерную глину черного цвета в пласт 2 мм толщиной. Катором намечаем контур. Иголочкой слегка наносим рисунок. Теперь раскатываем голубую полимерную глину в пласт и вырезаем половину листа. На него также иголочкой наносим узор. Скальпелем отрезаем нужные элементы и при помощи щеточки наносим текстуру. Таким образом подготавливаем три детальки, две голубого цвета и серединка будет салатового. Укладываем наши элементы на подготовленный пласт по рисунку, который мы наметили. Все хорошенько прижимаем. Отрезаем лишний черный пласт и выравниваем цветной при помощи лезвия. Теперь складываем вместе два пласта и выравниваем их. На тонко раскатанном пласте голубого цвета катором наносим рисунок и укладываем наши заготовки. При помощи моделирующего инструмента наносим текстуру на половинку черного цвета. Катором вырезаем заготовку. Иголочкой продавливаем стыки цветного листочка. Из черной полимерной глины катаем тонкую нить и укладываем ее в бороздки, разделяя наши элементы. Текстурируем щеткой боковые стороны и прожилки. Для того, чтобы текстура заиграла, тонируем пудрой зеленый с золотистым отливом.
В таком виде отправляем заготовку на обжиг при температуре, указанной производителем. Когда все остыло, я присоединила фурнитуру и готово. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было со мной интересно. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых уроков. Пока-пока.